Вудс, он здесь. Мейсон. Ну и видок у тебя, Вудс. В джунглях плевать на внешность. Это Вьетнам. Рад тебя видеть. Да, и тебя. Джейсон Хадсон, ЦРУ. Спасибо, что пришли, сержант. Я уже проинструктировал Мейсона насчет ситуации. Расскажу вам остальное. Еще в 64-м ЦРУ прекратило контроль над операциями в Юго-Восточной Азии. Передали их военным. Тогда появилась спецгруппа морпехов. Исань не только база морпехов, но и отправная точка военных операций за границей. В Лаосе и Камбодже. Наши операции — саботаж, дезинформация, разведка и спасение пленных. В общем, как обычно. Мейсон, сюда! Понесли его! Неси его в бункер, я прикрою! Ну! Хадсон упал! Пакистан взяли в кольцо! И все же ты рисковал жизнью ради него! Как ради выбора! За это я его и тянул. Сам был обречен, Мейсон. Надо было оставить его. Он не входил в задание. Очевидно, вы не знакомы с Вудсом. Он знал, что ему нужна наша помощь. Без вариантов. Пошли! Пошли! Yeah.
Тревога! Тревога! Голос по мере! Andrei!
Нейтрализируем это! Принято! Отдумай! Этого мало! Очевидно, к траншее! Внимание! Ну, ой! Тут-то, Танурой!
9, приказ, сваливайте оттуда! Повторите! Опять не вкользился! Пехотный танк! Это целая дивизия засела, что ли? А я считал его трусом! Вот это я понимаю! Садись назад, к ракетам! Как танк. Да, только гораздо маневреннее. Организация Сьерра Оскар Гольд X-Ray. Боеприпас один по моей команде. Так точно, X-Ray. Открывай огонь. Ракетой нужно управлять, не забудь. Артиллерийские танки. Минуя попадает. Соедините тихо, X-Ray. Арклай, 3 минуты. Мы понял, X-Ray. Начинаем заход на цель. Они что-то замышляют и скоро вернутся. Оман! Ну и видок у тебя, Мейсон. Последствия Вьетнама. Рад тебя видеть, Алекс. Мы хотим поговорить о встрече с русскими в Лаосе. Сегодня царит всеобщий хаос, и коммерческие рейсы из аэропорта отменены. Некоторые аналитики... Детское наступление, начало конца. Тогда Америка начала проигрывать войну. Ты вышел на связь с русским перебежчиком в военном комплексе США в Хюэ. Нет. Мы точно знаем, он сдался именно там. Ты был там, Мейсон. Получил данные о Драговиче, полные, но это вас не спасло. А ну заткнись! АСВ окружили город. Они спалили комплекс дотла. Перебежчик точно погиб. Он не погиб. Безнадежное дело, но ты вернулся. Зачем? Он остался без охраны. Я не верил, что он погиб. Я отправился за досье. Батальон попал под маскирование снайперских сил и был вынужден вернуться на территорию военного комплекса. Хюэ, именно там заварилась вся каша, Мейсон. Перебежчик. Вижу военный комплекс США. Учтите, Вудс, там будет жарко. Тут перебежчик с важными данными о советских операциях во Вьетнаме. Мы потеряли связь с его группой прикрытия. Возможно, они засели где-то в военном комплексе. Мы найдем его, если уж. Группа X-Ray, ответьте. Будешь им отбиваться. Куда идем, Мейсон? Лима-9, вижу X-Ray. Нашли.
Ультирон была вьетконговцы! Экс-рей, учись! Вперед, давай! Разойдись! Боуман, северо-восток! Уже иду! Экс-рей, мы пробиваем крышу! Все здание захвачено! Диспетчерский этажом ниже! Думаешь, перебежчик еще жив? Если жив, то он крепкий орешек! Боуман, переводи. Они собираются казнить гражданских. Ваше пособничество американцам – свидетельство вашей вины. По закону партии приговор будет немедленно приведен в исполнение. Ложись! Убили! Покойник. Экс-рей, это Лима-9. Уходите оттуда немедленно. Вьетконговцы захватили северо-западное крыло. Вас понял, Лима-9. Мы идем. Вот на! Убежище там, внизу. Убежище впереди! Молотом! Вот на! Убежище там, внизу! Осколочная! Угроза устранена! Угроза устранена! Не сомневаюсь! Убежище взято! И где ваш человек? Он мог вернуться в командный пункт. Он мог уцелеть. Пошли за мной. Человек. Он мог вернуться в командный пункт. Он мог уцелеть. Пошли за мной. Убежище напротив командного пункта. Пригнись! Граната! РПГ! Я пустой, перезаряжаю! Ты под огнем! Готов! Чисто! Лима-9, что у вас? Экс-рей! Чарли, взяли южное крыло! Вы отрезаны! Черт! Вас понял, Лима-9. Шевелитесь, если хотите уйти оттуда живыми! Пошли! Он должен быть где-то здесь! Мейсон, дверь в дальнем конце коридора. Боуман, за мной. I'm here. Roy, to our right. Мейсон, ты смог? Как ты выбрался из Воркуты? Не думал, что выживешь. И я тебя, друг.
Я с предупреждением. Вашим вождям нужно остерегаться. Драгович собирается атаковать Запад. Бойца, мы его нашли! Драгович, я знал, что мы встретимся. Его власть растет, как опухоль. Даже Кремль не в курсе его истинных замыслов. Его надо остановить, Мейсон. Драгович! Штайнер! Кравченко! Должны умереть! Это ваши люди! Вот, Боуман. Я Резнов! Виктор! Почему так долго, Мейсон? Надеюсь, информация того стоит. Либо 9. Где этот чертов вертолет? Экстрей в западной части военного комплекса. Ожесточенная перестрелка. Подберем вас к точке Дельта. 2 километра к северу от реки. Прорвемся, только будьте там. Солдаты США, сложите оружие. Это не ваша война. Мы не желаем вам зла. Народная армия Вьетнама пришла освободить вас. Нам будет нужна поддержка с воздуха. Нужна поддержка с воздуха! Цель 7, это Оскар! Эй, давай сюда рацию! Вы что, спецгруппа? Давай сюда рацию! Ну, удачи тебе! Техас! Это Сьерра Оскар Гольф X-Ray! Функционирует рацию Дельта! Приоритет максимальный! Переходите под мое командование! Код идентификации! Гольф Сьерра! Прием! Видим вас, X-Ray! Помощь уже близко! Отсюда! Стой!
Я не мог поверить, что Резнов Хьюэ, что он и есть перебежчик. Он пришел за тобой, Мейсон. Резнов вернулся. Как руки, ноги целы? Порядок. Мейсон! Ты цел, брат? Пока дышу. Увидимся в точке сбора. Тяните прямо над нами. Установи заряд под потолок. Пусть под ними пол провалится. На меня крепко насели, Чарли! Долго там еще? 3 секунды! Разойдись! Все чисто! Резнов, ты как? Молодец, Мейсон! Вот мы и выбрались! Погоди пока! Сначала берем раненых! Будут еще вертушки, ждите!
Поддержка с воздуха невозможна. Подбираем раненых. Будем ждать. Перезаряжайтесь. Защищайте площадку. Мейсон, установи заряды по периметру. Сначала берем раненых. Будут еще вертушки. Ждите. Вот они! Союзники придали противнику уверенности. Продолжить обстрел. У нас есть досье, который дал перебежчик на базе. Мы знаем все. Мы знаем всех людей Драговича. Кравченко, Кларка, Штайнера. Мы знаем их. Создателей проекта «Нова». «Нова-6». Резнов говорил, «Нова-6». Драгович. Что ты знаешь о докторе Кларке? Мы знаем, что Кларк был инженером-химиком, который создавал «Нову-6». Чокнутый, самовлюбленный ученый. Куратор Джейсон Хансон отправился в Каулун допросить Кларка. Ты это помнишь? Зачем спрашивать? Вы уже знаете все! Нет, Мейсон! Мы не знаем, что означают цифры! Мы не знаем, откуда ведется вещание! Так спросите Хансона. Каулун — его задание. Он допросил Кларка.